Привет, народ! С вами Андрей Чайкин, и мы в походе. Сегодня крещение. Но мороз совсем не крещенский, очень тепло. Вот, не, ну, будет. Мы в канун крещения, да, 19-го. Вот. Сегодня пятница, поэтому у нас поход на 2 ночи, 3 дня. Вот, и у нас побольше времени, мы можем хоть что-то там поделать, отдохнуть по-нормальному в лесу. Вот, а сейчас мы просто выдвигаемся в темноте. Ну, правда, по уже знакомой дороге на уже знакомый лагерь. Девок штырит. Вы как эти самые телепузики начали. Ля-ля. Почти час дня. Проснулась только Дашка и я. Дашка раньше, я рубился до последнего момента. Охренеть. Чтоб я так долго спал. С ума сойти. Вообще просто какой-то этот самый отрыв башки. Мы сидим в модульной палатке. Вчера сделали модуль. Вот. Ну, еще, естественно, большой костер. Вот. Порубали примешей, порубали чай. Попили чаю, каких-то там вкусняшек. Еще хлеб жарили. В общем, полное изобилие такое. В общем, тусовались до 3 часов ночи. Потом вползли и отрубились. Палатки тупо жарко. Ну, скажем так, не жарко, нормально, хорошо, тепло. +15 градусов сейчас. В общем, классно. С нами все та же наша печка, кабанчик. Пошехонка мини-кабанчик. А просто кабанчик, она такая прикольная. И на этот раз, когда мы шли мимо из поселка, какого-то барака, Барян оторвал кирпич, типа для дополнительного обогрева. Кирпич, по-моему, совершенно не пришей кобыле хвост. И печка начинает тухнуть, он тут же остывает. Если бы был, конечно, весь корпус из кирпичей, то, конечно, был бы эффект. А так один кирпич ничего не дает. Но мужественно лежит. Жизнь Баряна вот пёр до самого лагеря. Ну и вот такая вот система у нас. В принципе, та же самая тренога, что и в одной палатке. Но теперь у нас два модуля, да, две палатки одинаковые. Хотя, в принципе, тут, наверное, без разницы, какие они должны быть. Но просто помимо у меня есть списанная палатка. Когда-то была школьная, но она убита еще больше, чем моя собственная. Вот. И вот две убитые палатки мы ставим нос к носу и просто крылья забрасываем друг на друга. Вот, от тамбуров соединяется и ставится тренога. Все через тот же вентиляционный карман. Вот, народ спит еще. Вовка с Баряном дрыхнут. Вообще никаких признаков жизни не подают. А вот мышка что-то сегодня дрыгается все время ногами. В общем, я все опасался, чтобы она по печке не долбанула. Но, в принципе, все, смотрю, так спальник не сгорел. Но вот тут все-таки система вот этих решеточек защитная, она хорошо работает. Решетки, в принципе, совершенно холодные. Так вот, можно трогать, но очень удачно сделано. Вообще хорошая печка, продуманная какая-то такая. Хоть она, конечно, малютка такая совершенно, но зато ее можно в рюкзак засунуть. В этом отношении она просто классная. Вот так вот.
Вот такой вот у нас быт походный. О, это будет кофеек. И у нас пополнение. Барян проснулся. Вовка и Мыша продолжают биться за рекорд. Мыша хотела строить снежную бабу. Она ее строит во сне. Вова слился. Барян настолько суров, что он, блин, в труселях бегает, бегает за снегом. Только чистый набери. Босиком даже, да. Бери чистый, не споткнись. Не разбей бубенцы. Да-да-да. Слышите, слышите колокольный звон? Снег не желтый? В смысле, ты когда писаешь, поднимаешь ногу? Не, он сейчас ногой потряс, стряхнул. А. Вместо твердого сыра, который летом давали, дают плавность. Угу. И что там, какие фишки, я не помню. Кабинный ликвид формальный. Ну да. Она типа формально меняется, а на самом деле, блин, бывает, что... Дашка. Все ходят летний. Не, у нас зимний нет. Сыр, летний сыр. Давайте сделаем свёлы отдельно. Давай еще по одному свёлы. Давай, вкусно. Да. Мыша про... У нас есть шарма колбаса. Мышатина проснулась. Кажется, завтрак в разгаре. Съел за вилку. Нужно еще часа с гущей сделать. Блин, с гущу с елы смешать. День. Ах, утро. Можно еще по персику кинуть на хлеб. Ну, колбасой съел. Персик с колбасой никогда не ел. Да ладно, прикольно, наверное. Наш модуль. Тандем двух палаток. С печкой. Очень тепленький. Вот и сейчас мы наконец будем выбрались уже. Пошел очередной снег. То есть в начале дня не было снега, мы сидели в палатке. Теперь в середине дня пошел снег, и мы вылезли к костру. Ну, как всегда. Вот у нас и костерок появляется такой. Сейчас мы заложим уже эвенкийский. На него как разгорится. Может быть, варежки уберем. Зачем? Греются же. Мышатина. На улице пролежали, им же тоже погреться надо. И сейчас, народ, мы будем жрать. Шла девица за водой. Прям с лопатой лавинной. Боже. А, ну тут тоже можно стоять. А, как красиво! Эстетический оргазм. Спешка нужна при ловле блох, пожаре и поносе. Сейчас, не, ну чего ты эта тарелка еще пустая? Давай, насыпай. Потому что я хочу. Ням-ням. Что за китайские пытки? Мешать и не давать нам кушать. Ай. Еда. Сегодня у нас
мексиканские макары. На самом деле это называется паста по-мексикански, но это для Запада. А так у нас мексиканский макар. Так, народ, давайте так. Мы сейчас это съедаем, а потом уже будем на второй круг идти, потому что сыпать некуда. Приятного аппетита! Спасибо! Тебе тоже! Да, очень вкусно. Вкусно. Не пробовал еще. Потрясающе. Да, ну да. Нормально. Это с точки зрения баряна, это высшая похвала. Нормально. Валяние по снегу. Ты что, будешь с ним? Я снег обдуваю. Что ты делаешь? Это был не самый лучший вариант. Хороший кадр. Хочу! А ты сможешь? А если... Блин, что-то кайф! Утро. Утро воскресенья. Сейчас 9:00. Еще нормально, даже не расцвело, но нашей мышке надо сегодня вечером на работу уже заступать, ночную смену. Поэтому мы будем пораньше уходить. И уже подъем сыграли. Сейчас мы прямо в доме будем собираться. Вот в палатках. Параллельно кофе готовить, а потом уже, как говорится, с собранными рюкзаками позавтракаем, свернем модули и уйдем. Дров вчера напилили столько, что вон пол корыта баряновых санок осталось снаружи, закрытое другими санками. И за ночь я только половину сжег того, чтобы мне в палатку запихнули. Очень такое много сделали. Так что с запасом все у нас. Ну хорошо, сейчас с утра пилить не надо. В палатке еще совсем темно, даже с фонариком верхним он подсел слегка, камера плохо видит его. Но в целом здесь похоже на такую пещеру первобытную, картинка. Вот оно утро. Доброе утро. Да. Кофе уже на плите. Вот. Наша пещера потихоньку пробуждается. Ночь потихоньку. Да, 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 да. Это две пятых пещеры. Звучит так, конечно, там как-то модульная палатка. Так, внешне это напоминает первобытную пещеру, так, которая из костей мамонта сложена. Да, да, да. И такие, сиди в этой пещере. Будем потихонечку сейчас сворачиваться. Борис! Я уже ушел. Вова не выдержал, блин. Знаешь, сейчас такая кровь из ушей такая, знаешь. Народ, вы поняли, какие надо будильники ставить? Такое, чтобы Борька вставал на работу, надо мышин голос постоянно. Борис!
Геныч! Геныч! Ну, я запишу это точно. Реально спать невозможно. Все, снимай. Новый тостер. А Баряну уголек. Генч, ты карма. Да у меня карма полнейшая с пальцами. Я ночью, блин, вместо ручки за печку схватился. Все, этот надо снимать, он уже уголек. Куда мне его снять-то? Держи. У нас уникальный тостер. Ну, как бы я тебе не сожгла зато. Немного не умею резать. Ну, что, как? Тостер-кабанчик. Мы завтракаем, обедаем. Бранч. Сегодня у нас девчонки готовят. Очень круто. Просто голое мясо, жареное, со специями. Очень вкусно. Кулинарные способности. Да, такой кулинарный шедевр называется жареное мясо. Вот. А мы уже практически собрали. Вот одну палатку собрали сейчас. Вторая палатка пустая, скоро топать на станцию. Задумчивый Вовка. Человек дорвался до свободы и литературы, называется. Можно ставить мясо и книги. О, что еще может быть лучше? Сегодня мы делаем еще альпинистское мороженое. Снег, конечно, не тот, который должен быть. Надо высотный. Но это тоже хорошо. Снег и сгущенка. Что может быть лучше? И уголечек. И уголечек, да. Наш костер сегодняшний. Алло. Мыши у аппарата. Мыши у аппарата. Нет. Геныч облизывает. Зараза. Мешаем. Такой цвет приятный. А цвет, что вы среднего с сгущенкой и снегом. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Снег со сгущенкой. Интересное сочетание. Я думаю, будет вкусно. Какие ваши ожидания? Хорошо. Тесто такое, да? Будет снежный и сладко. Глубокая мысль. Со смыслом. Может, еще снег добавим? Может быть. Чунг с водой. Голокострай держишь? Да нет. Не самый мусор еще. Мороженое же не так быстро. Очень вкусно будет. Какое тесто. Да. Проба. Огурец. Проба. Да, и ты слушаешь, ну, наушники надел. Реально морозно. Так, ну давай мы тоже попробуем. Ложечку оператору. Да. Или звук в режиме 360, допустим, ты. Как она? Ага. Крем-брюле. Точно, реально как крем-брюле, да? Да. Еще раз. Качественное. Ну-ка. Нет, прикольно, набери. Вкусно, реально мороженое. Угу. Оно какое-то холодное, правда. Это же мороженое. Да ладно, да. Ну, мороженое даже. Ну что, вы стоите как неродные, ложки-то берите. На тебе тоже. Зачет. Сейчас нам скажут, мы такие, это крем-брюле, и нам все в комментах такие, алло, вы шо? Это сливочное мороженое. Так, как бы Геныч хотел бы тоже мороженого отгрести, но ложка моя у мыши. Возьми мышиную ложку. А где мышиная ложка? А я не знаю. Я не знаю, где мышиная ложка. Это, наверное, только мыша, но мыша не знает, где мышиная ложка. Оу! Лайла!
мышиная ложка. Зимний поход без мышиных ангелов — это не поход. Раздвинуть ноги. Ты уж постарайся. Это максимум. Тут что-то снег он какой-то это. Я уже легла. Он подтаял, и теперь у меня лунка. Да, давай еще. Мыша прикольно упала. Метки глаз, кривые руки. Это ранение, это не смерть. Ты должна корчиться от боли. Мыша, да? Мыша, дай как в фильмах американских, кидай в меня. Снежок маленький какой-нибудь кидай. Так, попади, пожалуйста. Это в индийских фильмах так вообще-то. Да, американский фильм. Добей его. Индийские фильмы, а не американские. Индийский фильм, да. А мы станцуем на костях, типа. Еще и споем, да? Да. Великий Радж победил, да? Аминь. Хари Кришна, Хари Хари. Хорошо. Ну что, друзья, мы уже выходим из леса. Нам совсем чуть-чуть осталось. В общем, где-то 3 или 4 километра до станции. Поход наш на этом заканчивается. Это просто был офигенный поход на крещение. Мы его назвали ленивая суббота. Вчерашний день это было просто супер-пупер. Вот. И мы, как говорится, заканчиваем наш поход. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал. Вот. Подписывайтесь на канал Владимира Чайкина. Там тоже много интересного. На заднем фоне у меня борьба идет умов, вот, и характеров. Вот. Ходите в походы, это классно в любое время года. С вами был Андрей Чайкин. Пока.